Дома вокруг классные, конечно. Очень много солнечных батарей. Вот. Вот как справа, целыми полями солнечные батареи. Дома, конечно, богатые, зажиточные. Такими хуторками стоят. Ну, нигде. Ни заборов, ничего. Там отдельно стоят. И действительно, дома стоят в полях отдельно. Никакого забора, ни злых собак, нифига нет. Не, конечно, там у них есть сигнализация, естественно. Но все равно отсутствие заборов все, конечно, поражает. В Бельгии, в Голландии тоже не любят заборов. Дома открыты в чистом поле. Как-то не любят они здесь огораживаться огромными заборами и злыми собаками. Но, естественно, сигнализация с полицией связана. Вот циркушки пошли. На них, в принципе, все циркушки здесь на каждом шагу. Уже сколько проехал на этих 10 километрах циркушек. Ну, красивые. Природа красивая, архитектура красивая. Даже солнечные батареи это не портит вид. Кажется, что это кто-то сушит белье. Хозяйка такая. Вот еще костиль какой-то. То есть замок, церковь, монастырь одновременно. Блин, вверх, все на вверх, кончается вверх, это гора. То есть все местные строения, многие местные самые населенные пункты расположены на горе, поэтому в их названии присутствует слово гора. Нюрнберг. Веденберг и всякие разные. И название деревни Кофт. Очень много в названии сам населенных пунктов слово деревня. Хотя, конечно, деревни давно уже перестали быть. Деревнями они перестали давно быть. Вот это юго-восточная часть Германии. Много ремонта дорог, причем знаки, причем которые скорость показывают на солнечных батареях. Вот 80 солнечных батареях знак. Написано, значит, знак стоит, обгон запрещен и никто не обгоняет, потому что написано радар контроль. То есть обгонишь, придет тебе такая бумажка со штрафом, так это к евро 100-200, не заплатишь, будет пропорционально каждую неделю повышаться, а то и день.
пока не оплатишь, им без ног не останешься. Так что народ не хамит, не то что красивые места. Но эта дорога очень своеобразна тем, что здесь не так много заправок. А если есть, то надо их съезжать. Сейчас чуть-чуть мы пропустили одно проскочили, да. Указатели плохие. И это самое. И пришлось нам сворачивать в сторону, чтобы заправиться, съезжать с дороги. А так места красивые. Скоро будет Нюрнберг. То есть гора Нюра. Или кого там. Кстати, Дорф, который по-немецки означает деревня. Многие города, которые раньше были деревнями, превратились, вернее, самые многие поселения, которые раньше были деревнями, и оканчивались на дом, превратились в огромные города. Например, Дюссельдорф. Дюссельдорф назвать деревней очень сложно, хотя заканчивается на Дорф, есть слово Дорф, то есть деревня там. Знаки при сырости, при дожде скорость 80 в час. Красивые места. Так, Нюрнберг 31 км, Вюрцбург 139. То есть они как-то что-то. Проехали, где-то тоже такие. Так что, если чтобы не нервничать на таких дорогах, надо справляться заранее. Пчела нарисована, видимо, медом торгует. Видимо, торгует медом. От поездки долго поездки в машине, чем согнут рот и нос. Поэтому дикция не левитановская, явно. Нюрнберг-Ланд. Это по-английски land, по-немецки land. Fatherland, Deutschland. Немецкая земля. Земля дойчиков. Скорость, по-моему, не ограниченная. Ну, едем 135, чтобы не борзеть. Что, кстати, в Австрии, что в Германии, везде дома защищены такими, от шума защищены такими панелями, да. Они очень красивые в этом самом, в Австрии. Каждый новый, каждый как-то разукрашенный. Так как страна маленькая, дома прямо около дороги, то еще там есть панели сплошные, а есть просвечивающие такие. То есть видно, какую там деревушка. Красоту местную, очень
Мелочь, а приятно, да? Мелочь, а приятно. Подъезжаем к Нюрнбергу, но мы его заезжать не будем, все по кругу. Из всех городов на расстоянии от Бельгии до Болгарии, юга Болгарии, проезжаем только через Белград в Сербии, через центр города. Ну там 90 км в час. Все остальные по кругу. И Вену, и Будапешт, ну и все немецкие города, и Софию. Ну ладно. Пока. А? Красивый город дальше. Где там вот самая такая мост? Такие горы. Ну это там близко, да. Вот, ну,